Ген, пойдем обзор на Fusto Fighter снимать. Да, пойдем. Всем привет! Сегодня к нам на установку приехал достаточно редкий для нас автомобиль. Это Mitsubishi Fuso Fighter 2000 года выпуска. Почему я сказал редкий? Потому что автомобиль праворульный, а это крайне редкая машина для северо-западного региона нашей страны. Он оборудован дизельным двигателем 8,2 литра мощностью 210 лошадиных сил и грузоподъемность данного автомобиля 6 тонн. Это эвакуатор с двумя гидравлическими аутриггерами, гидравлической лебедкой и гидравлической стрелой манипулятора с возможностью вертикальной загрузки автомобиля. Так как платформа не сдвижная, она оборудована двумя сдвижными аппарелями. Мне всегда было интересно, как спускаются эти сдвижные аппарели. Сейчас я возьму перчатки и попробую сам поднять или спустить. Посмотрим. Еще немножко, и в принципе я смогу перевернуть, но это такое нелегкое занятие. Я так понимаю, эта платформа перекидывается. И мы эти аппарели выдвигаем и цепляем здесь. Но так как мы упремся в ворота, ладно, я этого не буду делать. В принципе, с аппарелями я все попробовал, это достаточно тяжело. Было бы, конечно, неплохо, наверное, перейти к стреле, к манипулятору, но мы не будем этого делать, не будем заводить машину, так как будет слишком сильно вонять солярой в помещении в закрытом, да и тем более автомобиль не наш. Вот давайте перейдем к кабине и попробуем ее поднять, тем более я этого никогда не делал. Я немного видел, как, то есть, когда ребята ставили пневму, как они ее поднимали. Теперь попробую сделать это сам. То есть я понимаю, что здесь один и второй рычаг. И поднимается она за эту лапку. Но это еще не все. Тут можно посмотреть инструкцию, правда, она на японском. Ладно, попробуем. Главное ничего не сломать. Открыли один замок. Вот так открыли второй замок. И я так понимаю, что сейчас нужно поднимать. Ух, на самом деле... Блин, не сломать бы ничего. Нам открывается вид на пневмоподвеску, которую мы установили на переднюю ось. Это две подушки общей грузоподъемностью 2 тонны 200 килограмм. Большой, не знаю, объемный, красивый двигатель 8,2 литра, дизель. Вот, то есть машине 21 год, выглядит все настолько красиво и продумано. То есть на двигателе есть небольшие запотевания, даже не потеки, прям, да, запотевания, но это ничего страшного. А рычаги управления самой стрелой продублированы, они и на пассажирской стороне, и на водительской, то есть они одинаковы. Можно работать как с этой стороны, так и с противоположной. Есть еще один маленький нюанс, который меня прям приятно удивил. Я не видел этого на других, на КАМАЗах, которые к нам приезжают манипуляторы. Это звуковой сигнал, он есть опять же и с левой, и с правой стороны. Видимо, когда вы работаете манипулятором, чтобы никого не задеть или предупредить людей, здесь есть сигнал как вот с одной стороны, так и с другой. Сейчас попробую нажать. Работает. Отлично. А теперь опустим кабину и перейдем к салону. Ух, не знаю, нужны мне помощники или нет. Помощники. Ну, попробую справиться один. Главное, чтобы меня не придавило. Так, так, так. Наверное, может сильнее немного. Вот так. Один замок защелкнулся и нужен второй. Ручку, если она была. Да, значит опять наверх. В принципе, все. Можно переходить к салону. Ну вот я оказался вроде бы с той стороны, с которой нужно. Держу слева, а руль у нас справа. Это же все-таки японец. И насколько здесь все удобно. То есть я пассажиром сижу, как в легковой машине, в большой легковой машине. То есть все отформовано, вот подлокотчик, то есть подставка под руку, второй же опять подлокотничек.
Не знаю, вот этот весь потолок, настолько ты ощущаешь себя, как будто сидишь, не знаю, в комнате, ну, настолько много места. Я до лобового стекла не дотягиваюсь там практически, там до потолка тоже, там на вытянутых руках. То есть настолько это все приятно и удобно. И, кстати, мы тут нашли одну такую, еще одну приятную вещь под нашей меховушечкой. Спрятался, вот так удобно открывается. Блок предохранителей. То есть настолько удобно сел, сразу поменял. Ты сидишь не на корточках, не лежишь, а настолько, не знаю, ну прям вот просто сидишь, и все, сразу какой предохранитель нужен, какой вылетел, взял, поменял. Все подписано, как и во всех автомобилях нормальных, но жалко, конечно, я надеюсь, видно вам, жалко, я не умею читать на японском. Но вот эти все наклеечки, они все на японском, то есть вот одна, вторая, здесь оригинальная маркировка, вот фус именно Mitsubishi, то есть это родная лобовуха, я не знаю, она прям ей 20 лет или нет, она вроде не выглядит от пескоструйной, она, конечно, грязная, но это круто, офигеть, она прям дожила, 20 лет прожила. Хотя, кстати, на одометре у автомобиля, ну, во всяком случае, там так написано, 195 тысяч, я, конечно, сомневаюсь, может быть, по второму или по третьему кругу, но машина выглядит максимально живой. Вот 2000 год, 20 лет, вот насколько японцы все продумывают для людей. Ладно, суть-то не в этом. Мы решили посмотреть на некоторых сайтах, сколько стоит такая машина, и цена, на самом деле, по России сильно разнится. 2000-й, там, 2004-й год, они могут начинаться от миллиона, а самый, наверное, хороший экземпляр заканчивается, там, за, ну, 3 миллиона. В чем разница? Может быть, какие-то, там, технические характеристики, там, рефрижератор сзади, ну, ладно, доп. Опции. То есть можно купить одну машину, а можно три. На самом деле, это кажется, ну, мне дорого для, там, праворульной такой 20-летней машины, но, наверное, она оправдывает себя, потому что мне пока что в ней все нравится. Машина сделана для людей, что сказать, ну, японцы делают вещи, да, а немцы автомобили. Как приятно открывать хромированные ручки. Так, здесь есть одна и вторая ручка, чтобы залезать. На самом деле довольно удобно, несмотря на то, что машина очень высокая. Здесь темно, давайте попробуем включить свет. Люстра, как у меня дома, такая яркая и здоровая. Внутри салона машина кажется, будто бы она года 2010 выпуска, то есть ей лет 10. Настолько все продумано, так все удобно, все для людей. Даже взять ту же регулировку руля, я был удивлен этому. То есть она есть, это вроде грузовая машина, не для комфорта, но она здесь есть. Приятный пластик, то есть японцы, особенно вот для внутреннего рынка, всегда делают такие приятные торпеды. У них обычно еще приятный велюр, но здесь у нас чехлы. Очень много места, то есть места для хранения. Здесь, не знаю, большой бардачок. Ну, он прям очень здоровый. Мы, конечно, не будем в нем рыться, так как это не наше. Но здесь хотя бы видно, что, не знаю, спрятать можно все, что угодно. Подлокотник. И, видимо, он, я не знаю, штатный он или не штатный. Непонятно. Но, наверное, нет. Выглядит так, будто бы не штатный. Ну, ладно. Аккуратно. Кстати, шестиступенчатая коробка. Бардачок сверху. Надеюсь, вам видно. Это тоже необычно, я такого не видел, он прям закрывается, можно спрятать документы и все остальное. Также необычным было, что я увидел колонки на потолке, и это штатное решение. Как привычно для японцев, здесь не только большие бардачки, но много мест хранения, всякие ящички, еще какие-то выдвижные ящики, где у всех лежат монетки. Но что меня удивило, что солнцезащитный козырек здесь один, то есть вроде отформовка и для водителя сделана, ну, в потолке, и для пассажира, но почему-то, опять же, козыречек у нас один. Здесь даже нет креплений. То есть, не знаю, может быть, это такая комплектация, либо, не знаю, что было 20 лет назад. Курить вредно, но это пепельница у водителя. Точно такая же пепельница у пассажира. Два электростеклоподъемника. Блокировка стеклоподъемников. Ну, ладно, наверное, нужна. И центральный замок, который работает. А, кстати, пока мы здесь видно, что есть подсветка в двери, то есть подсветка для ног. Для грузовой машины, для меня это прям что-то новое. На самом деле удобная ручка, чтобы закрывать машину. Да, достаточно. Немножко прыгает, но не страшно. Опять же, что немного необычно было для меня, такое первый раз вижу, то есть ни в легковой, ни в грузовой не видел никогда. Включать головное освещение, да, также рычажок справа от меня. Думаю, а где включаются противотуманки? И потом нашел, не знаю, оператор мне подсказал. Здесь, за рулем.
О, кстати, здесь с туманками включаются также габариты по всему кузову. Также здесь много световых приборов. Сейчас я попробую их включить. Ну, не знаю, все вместе, наверное, получится. В принципе, наверное, это все. Да, довольно ярко. Я прям вижу в отражении, что прям очень ярко все моргает. С салоном мы, наверное, все закончили. И, наверное, надо... Точно, погоди, мы же не показали это самое необычное. Этого я никогда не видел. То есть ключ из замка зажигания просто так не вытащишь. То есть из личинки. Нужно нажать вот эту вот клавишу, и тогда можно довернуть ключ и уже вытащить его из замка. Вот это было для меня, наверное, самое необычное в данной машине. Все, а теперь точно открываем капот и переходим к переду автомобиля. Вылезать из нее тоже достаточно удобно. Так, ручку мы дернули, теперь можно открыть капот. Кстати, машина очень брутальная, мне нравится вот этот хромированный бампер. Прям идеально вписывается, и ее цвет, вот этот, я не знаю, что это, ну не голубой, такой цвет морской волны, он очень красиво выглядит, несмотря на то, что машина грязненькая. И вот этот хром весь, он прям настолько сохранился, ну, японцы делают вещи. Так. В принципе, под этим маленьким капотом, я не знаю, но видно тормозную жидкость, охлаждающую жидкость. И что опять же было... А, омывайка. Наверное, это омывайка. А, нет, это масло. Масло в двигатель здесь заливается. То есть это горловина для масла. Но опять же, что было необычно. Вот опять японцы, насколько они все продумывают. Здесь можно просто померить. То есть есть щуп. А если откинуть кабину, можно измерить уровень масла за счет щупа. Но здесь есть электронный щуп под капотом. То есть вы нажали, и он показывает, какой уровень масла. Ну, полную. Блин, так идеально закрывается. Блин, как мне нравится эта цепь. Она настолько идеально подходит к данной машине. Прям, ну, серьезно, прям брутальненько. Чуть не забыл, у нас есть для вас... Мы просто сломали голову, когда, не знаю, думали, что это. Пойдемте, покажу вам. У нас есть для вас вопрос, то есть мы перешли к самой загадочной части данного автомобиля. Понятно, что у каждого грузовика, ну там, не знаю, у большинства, я в принципе видел такие, есть, как правильно называется, наверное, смотровое окно, для того, чтобы видеть, что происходит снизу от машины, чтобы никого там не сдавить, не сбить. Но здесь это смотровое окошко, оно открывается, то есть оно состоит из двух стекол. Одно открывается на петельках, и, соответственно, второе, которое герметично закрыто. Всех своих коллег я спросил, никто не знает, что это. Никто не смог дать какого-то именно четкого ответа, не знаю, для чего инженеры это придумали. Тут даже можно опустить стекло, то есть и потрогать. Но я не понимаю, до механизма не добраться, стеклоподъемников. В общем, не знаю, что это. И мы придумали такой, не то что конкурс, а пишите в комментариях, собственно, для чего, может, вы знаете, для чего это окошко, для чего оно сделано. Мы подарим просто фирменную свою футболку Арайд тому, чей комментарий нам больше всего понравится, чья версия нам больше всего понравится по поводу этого смотрового окошка. Думаю, что про Фусу мы практически все рассказали, ну, какие-то необычные вещи, наверное, что нам понравилось, что, на что у нас упал взгляд. А теперь скажем пару слов о пневме, которую мы поставили. Как я сказал, передняя ось – это две подушки по Тони 100, то есть 2200. На заднюю ось с поперечным усилителем мы установили две подушки, каждая из грузоподъемности из них по 2 тонны. Ну, в общем, соответственно, 4 тонны мы прибавили к задней оси. А система управления у нас послужила трехконтурная наша система, которую мы запитали от штатного ресивера, ведь здесь воздушные тормоза. Пишите в комментариях, не знаю, понравился ли вам такой формат, делать ли еще нам обзоры на обычные, на необычные машины. И пишите в комментариях, не забудьте написать в комментариях по поводу этого смотрового окошка, все-таки для чего оно. Ставьте лайки или дизлайки. Всем пока, с вами был Геннадий Сидоров. Ну, как так, я не понимаю, машине 20 лет, она... На ней ни жучка, там, не знаю, ну, царап есть, но она не гнилая, у нее рама просто, она идеальная. Я вижу, что она, конечно, перекрашена, но все равно, то есть, у нее даже хром весь сохранился, он весь родной. Блин, ну как так? Японцы делают вещи. Ну, это да.